Ремонт пылесоса Zelmer AquaWeld 1600W. Установлена неисправность, отсутствие контакта, вернее отсутствие питания на контактной группе. Вероятнее всего это связано с тем, что кабель вот в этом месте вот поврежден. В интернете подсказали, в интернете нашел информацию, что чтобы снять вот эту вот защелку, нужно прогреть вот это вот место. Или вот это, вот не ясно было. Я уже попрогревал эти две пластмассочки. Но могу сказать, что больше доли уверенности, что нужно прогревать место со стороны крепления кабеля. Грею феном с паяльной станции. Температуру выставил 150 градусов. Очень удачная температура. Пластмасса размягчается. Но в то же время не происходит ее разрушение. Становится мягкая, поддеваю. Одновременно подтягиваю. Так, ну есть. Так, что-то получилось аккуратненько теперь. Опа. Вот она, эта хитрая защелочка. Нужно будет теперь снять контакты, отрезать провод. В принципе, мы даже сделаем это сейчас, проверим, действительно ли причина в проводе. Вижу здесь. Просто интересно, прав я или нет по поводу причины выхода пылесоса из строя. Напомню, что пылесос вышел внезапно, начал пылесосить, нормально все было. Выключил, чтобы перейти из кухни в комнату, и все, и пылесос больше не включился. Причем я не сделал видео, не заснял, не работало даже не только двигатель, но и индикация. Покажу. Так, где этот перегиб? Вот здесь он перегиб. Вот он. Вот он. Ладно, делаем по-простому. Прозвоним короткую цепь. Я до этого прозвонил от вилки. Так, коричневый. Не звонит. Странно. Как будто бы синий звонит. А коричневый не звонит. Значит, где-то что-то случилось именно с коричневым проводом. Хорошему нужно прозвонить вилочку. То же самое сделаем. Как-нибудь.
не достану. Есть контакт. Один и второй. Все. Остальная часть провода вполне нормальная. Собственно, вопрос в следующем. У меня такие вот клемнички есть. Поздно, ребенок спит. Мне их доставать проблематично. Я сделаю следующее. Я просто подпаяю тем, что есть. Неудобно. Это жесть. Снимать и паять на коленках. Жесткач. Хорошо. Так вот получилось. Подпаял немножко провода термоусадочными трубочками. Хотел попробуем установить. Не знаю, что получится. Получается. Тут все нормально. Эта защелка не хочет. О, есть. Есть, щелкнула. Так. Ну, в принципе, сидит, нагреть, чуть-чуть поджать эту пластмассочку. Эту пластмасску дожмем, но уже щелкнуло. Что у нас крутится? Порядок. Катушка отремонтирована. А, еще один момент. Чтобы все было по фен-шую. Вот эту штучку. Маркер. Потому что провод дальше не стоит вытягивать и дергать, чтобы не ломался.
мы подвинем ровно настолько, насколько обрезали вот этот вот провод. И плюс еще немножко, потому что все-таки ж продергал я его. А теперь все. Пылесос беру я уже завтра. Спокойной ночи.